сейчас у меня стоит задача не уйти под воду. Это же! А вот это я упустил, что тут ила много. Да. В сапогах тут было бы нереально, даже если уровень был бы пониже. Всем привет, уважаемые зрители! С вами канал Underworld и его ведущий Степпенвулф. Мы находимся в очередной подземной реке. Речка называется Сетунька. В этой серии из цикла передач, посвященного подземным рекам, речь пойдет о речке, которая мне особо запомнилась. У каждого человека, занимающегося индустриальным туризмом, среди посещенных мест есть такие, которые оставили в памяти более яркий след. В Сетуньку мы ходили несколько раз. Связано это было с наличием там достаточно труднопроходимого участка, красивейшего подземного водопада, преодолеть который мы смогли только на третий раз. И сама река поначалу вызывала у меня больше вопросов. Например, пока мы не прошли всю систему, не было до конца понятно, зачем в коллекторе реки два потока разделены и текут совершенно независимо друг от друга. Были неясности относительно камеры слива с пруда. Саму реку условно можно разделить на два примерно равных участка. Верхнее течение, забранное в однообразный коллектор круглого сечения диаметром 1,8 метра и впадающее в пруд. И нижнее течение, начинающееся сливом с пруда, разделенное на два потока, один из которых впадает в коллектор Сетуньки, а выше по течению уходит в живописный рачный коллектор, который с первого раза мы не прошли. Ну а по всем по порядку. В этой серии мы расскажем вам о нашем первом посещении нижнего течения Сетуньки, а во второй серии вы узнаете разгадку тайны двух потоков, разделенных в одном коллекторе, увидите штурм подземного водопада и эпичное проникновение в камеру слива с пруда под взглядами удивленных прохожих. А теперь минутка не рекламы. Приглашаю всех, кто еще этого не сделал, присоединиться к нашей группе ВКонтакте. Там вы найдете актуальные новости, связанные с подземными коммуникациями, интересную техническую информацию о новейших технологиях коммунальном хозяйстве, а исторические факты о различных объектах и, конечно, много-много различных фоток этих самых объектов и их описания. Ссылка на группу будет в описании к этому видео. Присоединяйтесь. Вот первая живность, которая встречает нас в коллекторе. А мы отправляемся вот туда вот, вглубь коллектора. Пока коллектор достаточно однообразный, а впереди туман. Вот такая вот рыбешка плавает в реке, даже парами. Ну всегда сейчас можно есть. Скользкие козявки. А где вторая? Напарник у меня продолжает охоту на рыбу. Я не любитель рыбной ловли. Ладно, все, отпусти животное. И вот первый поворот. Коллектор поворачивает направо. Небольшая камера со смотровым колодцем. Тут очень сильная влажность. Мы подошли еще к одной камере. И, судя по всему, тут сейчас проводится ремонт коллектора. Как раз у меня есть возможность показать, как это происходит. Здесь часть бетона старого вскрыли. Вот видно круг от болгарки.
электрическая проводка, даже уровень. А вот, кстати, очень интересно выполнен коллектор, о чем я читал в интернете до того, как мы сюда пришли. То есть основной поток здесь убран. Такую своеобразную ложбину, трубу. А выше сделаны бортики, банкетки, по которым можно спокойно идти. Итак, вот как выглядит коллектор. Один рукав. Очевидно, это как раз река Сетунькая. Он идет в закрытом коробе, в желобе закрытым бетоном, образующим бортик, по которому можно свободно идти, так, такую банкетку. И второй рукав поворачивает налево по течению. Возможно, это дождевая канализация, потому что там ориентировочно как раз, куда он уходит, находятся очистные сооружения. Ну и тут вот такая вот не совсем обычная камера. Сейчас мы продолжаем идти по коллектору вверх по течению. И слева так вот выглядит как раз этот бортик. То есть здесь абсолютно разделены два потока. А идти по бортику становится совсем неудобно, потому что потолок, высота потолка уменьшилась. Если идти по бортику, то придется идти согнувшись. Мы дошли до следующей камеры. До этого коллектор был такой же однообразный, круглого сечения. И вот очередная загадка этой речки. Здесь подходит некий сверху смотровой колодец, очевидно. Вот как раз специально для этого рукава, убранного в бетонный бортик. И вот эта система, она абсолютно изолирована от основного русла речки. А здесь смотровой колодец, который идет именно в основное русло. Вот вдаль уходит коллектор, откуда мы пришли. Из-за тумана в реке очень высокая влажность. Практически ничего не видно. Очередная камера. И в ней такие вот ржавые наросты, сталактитики. А вот и аналогичная конструкция с забутовкой. Следующая камера, она изобилует подключками. И похоже, мы находимся, судя по шуму, под дорогой. Вот такая вот подключка интересная, большого диаметра. Подключка с теплой водой, от которой идет пар. Продвигаясь по коллектору, мы поднимали смотровые колодцы, чтобы найти вылазной люк и на обратном пути сократить время. По пути мы встречаем очень живописную лесенку, полностью покрытую наростами. Начертания лесенки угадываются с трудом вот этими наростами. Дошли до следующей камеры. И здесь не совсем. Аккуратно, там яма. Там яма. Смотри под ноги. Одна из камер, где
невнимательных путников подстерегает опасность в виде вот такой вот водобойной ямы. Камера тоже не совсем обычная. Здесь собираются три русла. Достаточно высокая камера. Мы оказались в совсем мрачном коллекторе. Его высота, наверное, метр. Здесь очень обильные грунтовые воды. То есть вот это не подключка, это именно самые настоящие грунтовые воды. Итак, мы пришли вот из этой трубы, оказались в камере с низким потолком. И дальше коллектор продолжается совсем уже в трубе маленького диаметра, где-то сантиметров 80. Здесь есть еще подход к смотровому колодцу, который больше похож на водопад. Отсюда льются грунтовые воды. Из камеры у истоков нижнего течения мы отправились вверх по мрачному коллектору диаметром порядка 1 метра. Но пройдя некоторое расстояние, мы не выдержали такого способа передвижения и отправились обратно, решив, подготовив все необходимое снаряжение, непременно вернуться сюда и пройти этот коллектор до самых верхов. Мы прям в таком лесу дремучим. А ты знаешь, когда люк открываешь, такое впечатление, что лес дремучий. Смотрите первую серию цикла о подземных реках. Кто увлекается не только индустриальным туризмом, но и классическим, с рюкзаком и палаткой, смотрите репортаж с турслета-блогера. И, конечно же, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал.